что красиво купола светятся. Ага. Так, то есть мы уже по Сергиеву Посаду едем. О, дом 5 какой-то. Старинный дом. А вон крепость какая красивая. Это что-то тюрьма какая-то была. Ну, да. С проволокой. Ну, камеры стоят. Красивая тюрьма. Ну, что-то как-то... В долине пруд будет, вот сюда супер красивый. Вон там вот тетя Валя хотели дом, наверное, чтобы она купила. Но это купил уже. Мы как зашли туда, елки. И дом шатается, и полы шатаются. Там ужас. Продается. Это с той стороны. Что-то налопотало там. А я перезагрузила. Мы уже приехали. Там дальше. Бэшечка X5. Не, ну как ни странно, японки тоже есть. Я, если честно, думал, будет меньше японцев. Японцы, ну я имею в виду машины. Ну и практически нет. Практически нет, то, что написано это не Япония. Ты подойди к машине и посмотри. Ну, Европея, конечно, гораздо больше, согласен. Тут... Японки, то ли наши, то ли царапки. То ли европейские какие-то, ну... Ну, ты видел, чтобы колодки были крашены на японской машине? Я такого это не уже видел. Сами, наверное, не делают. Не сами. Краска такая, это, Саша. Она ж так прям так толстый слой отваливается. Я такого не видел. Это не сами. Это вот так что, да. Знаешь, православный автопром и... японский только у нас. Я посмотрел, это не то. Сосед подходил, говорит, это японский. Да, тут даже если японки, то они все равно леворульные. Не японские японки. Да. Не то пальто. О, маршруточка. Она в тютечке сидит, да? В маршруточке где? Наблюдает. Тетя Мотя. Так, ну он прямо уже. Вот он тоже стоит. Видишь, двери тут чисто. Художественно-педагогический музей. Архитектура, конечно, красивая. Ничего не скажешь. Вон еще какой-то храмчик стоит. Смотри, какая лавра большая. У-ху-ху! Четко, да? Вообще, ухо сплошное, они катаются, как по кино. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. А почему? Да, а можно было здесь поставить машину где-нибудь? Шут перестроил. Ну, через мы там, где Саша ставил, там мы не поставим, да? Тем более, если рабочий день, то народ не будет. Это что тут, корт, что ли? Или... Пойдем вот сюда. Ага. Смотри, какая мощь, да? Блин, да, и тоже стены такие крепостные, мощные. 1800, какой ведь год основано? Да не 800, наверное. 600. Да, 800 это что, 200 лет. Ну, вот ей было башня прям... какая колокольная там. Вот уже вот это новое строение. Ага. Ну, в общем, сейчас как-то будем туда попадать. А на какой налево, наверное? Увидимся там.